Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. На Гомельщині розпочалися святочные мероприемства, примеркованные до надыходящего дня оборонца Айчины. Службы занятости означают рост колькости зворота у ситуацию на рынку працы, вывучал наш корреспондент. Гомельская милиция «История и сучасность 1917-2017» в областном центре презентовали книгу, присвеченную 100-годзю белорусской милиции. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На Гомельщине распочались святочные мероприемства, примеркованные до надыходящего дня оборонца Айчины и узброенных сил Республики Беларусь. Врачистые митинги проходят для памятных мест, которые являются символом мужности и героизма наших земляков. Сегодня у Гомеля ля мемориалу на Аллее Героев собрались представники городской и областной уладов, громадских организаций, ветераны войны и молодь. Подчас митингу гучали ширые словы удяшности у адрес тех, кто в годы Великой Отчины отвоевал у ворога свободу и незалежность. Хвилиной молчания узгадали и тех, кто не дожил до великой перемоги. Удельники митингу усклали вянки и кветки, отдали данину поваги советским воинам и мирным жихарам, якія загинули у годы военного лихолетия. Уроки войны и их наступства не забываются, именовито гэта дозволяя нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для інших народов и краин. День оборонцев Айчины – усенародное свято мужности, доблести и гонору. Яно увасабляя пераемность поколений и непорывную сувязь нашего героичного минулого, стабильной сучасности и мирной будущини. Дорогие жители города Гомеля, от всей души, от личного состава военных комиссариатов, от себя лично поздравляю с этим знаменательным праздником. Ветеранов, которые участвовали в освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, ветеранов, участвующих в других войнах, с этим знаменательным праздником хочу поздравить. Пожелать крепкого здоровья всем, успехов, удачи. С праздником всех! Напередодні удзелу ва ўрачыстым сходзе прыняў асабовы састаў гомельскага гарнізона, офіцеры, прапаршчыкі, сяржанты, салдаты і грамадзянскі персанал яго воінскіх часцей. На мерапрыемства таксама запрасілі прадстаўнікоў гарадской улады, праваслаўнай царквы, грамадскіх арганізацый, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Падчас урачыстасці адбылося ўзнагароджанне ветэранаў вайсковай службы і дзеючых супрацоўнікаў. За самаадданную працу і вернасць прысязі яны атрымалі гоноровые подяки, грамоты и нагрудные знаки. Завершилось мероприемство святочным концертом, а еще в этот вечер никто не скупился на слово пожаданию, бо гучали яны у адрес людей, которые что дня уносят свой уклад у обороноздольность нашей краины и стоять на варте миру и спокою своих земляков. В этот замечательный день, накануне праздника Дня защитника Отечества Вооруженных Сил, решите поздравить весь личный состав Гомельского гарнизона, города Гомеля, Гомельской области с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. У Беларуси протягиваются приемы громадян по теме реализации декрета номер 3. Завтра у Гомельским облвыканкаме с 14 до 17 годин отказывать на пытание жихаров нашего региона будет начальник головного управления по работе со зворотами громадян и юридичных особ администрации президента Беларуси Рыгор Шлык. На наступный день, 24 лютого, он проведет прием у Будокошалевским райвыканкаме. Телефоны для попереднего запису вы зараз бачите на своих экранах. Протягиваем выпуск. Во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама означается повеличение колькости зворотов громадян, которые ожидают працаводковаться. Специалисты связывают этот процесс с реализацией положения декрета номер 3 о попереджении социального утриманства. Сподеваться на становчий выник дозволяют меры, которые зараз реализуются у центры занятости. У приватности тут затверджены план по перенавучению беспрацовных по 24 специальностях. А проча того, каля 150 тысяч рублей будет сёлета выдаткована на оказание материальной подтрымки починающим предпринимальникам. Максимости працаводкования у Гомеля вывучал Олег Сентюров.
Сегодня количество вакансий у Гомельском городском центре занятости примерно отвечает количеству зарегистрированных беспрацовных. Иная справа, что шмат кто уже стратил свои профессиональные навыки. Каждый третий беспрацовный не працует больше одного года, а у некоторых опошний запис у працовной книжцы, сделанный еще в 90-х годах минулого стагодия. Миколай Чернов до их лику не относится. Каже, что все життё сумленно працевал. А теперь начало подводить здоровье. У городском центре занятости ему пропоновали пройти переподготовку по одной из 24 специальностей. Миколай выбрал профессию, якая на его погляд будет запотребованной завсёды. Работал шофером. Сейчас уже возраст. 58 лет как-никак уже. Не работаю. Но решил учиться на сантехника. Шанс працаўладкавацца после переподрыхтовки достаточно высокий. Правда, тут шмат задержит от самого человека. Особливо, когда отрымливается подчас практики на предприятии, показать себе с лепшего боку. До того же план по перенаучанию складывался за уликом реальной ситуации на рынку працы. Если мы просмотрим заявки нанимателей, требуют вот именно людей, которые имеют образование, даже среднеспециальное, высшее в информационных технологиях, именно направление знания вот этого вот веб-сайта, их сопровождение, их администрирование. Мы пробуем также работать в данном направлении, чтобы идти в ногу со временем. А рабочие профессии, они остаются приоритетными на сегодняшний день именно потому, что основное количество заявок от нанимателей сегодня – это рабочие специальности. Особливая увага молоди в городском центре занятости кажут, что без наявности профессии працаўладкавацца вельми складана. Выправить ситуацию повинен проект «Молодежная практика», який реализуется в Гомелі. Сутность простая. Из позабюджетного фонда социального обороны субъектам господарения выплачиваются сродки на компенсацию затрат по працаўладкаванню молодых специалистов. Еще одна магчимость не быть беспрацовным – открыть уласную справу. Для допомоги починаючим предпринимальникам сёлета у городском центре занятости плануют выдаткавать каля 150 тысяч рублёв. В прошлом году у нас около 100 безработных получили финансовую поддержку в виде субсидии на открытие собственного дела. В этом году уже 20 человек, 20 безработных получили такую субсидию. Субсидия выдается в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На данный момент это 1981 рубль и 10 копеек. По стану на 20 лютого сбор на финансирование державных расходов у Гомельской области оплатили больше 5,5 тысяч человек. Еще свыше 13 тысяч вызвали на отуплаты решениями податковых органов и створенных при выконкамах рабочих групп. Меж тем, значная часть гомельчан трапляют у категорию утриманцев, не жадая принципово. Мать трех детей Ирина Попова працавала прибиральщицей, але недзе два месяца тому стратила работу. Ситуацию меркуе выправить в ближайший час. У речи быть утриманцем не сорамно, у першую чергу перед уластными детьми. Не хотелось бы, конечно, в числе тунеядцев оказаться. Хотела бы, чтобы что-нибудь предложили. Вот пришла специально на биржу сюда труда, вот, чтобы предложили какую-нибудь, может, вакансию, вот, чтобы можно было дальше работать. Олег Сентюров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель». Труд крут. Такое меркование сегодня выказала молодь Гомеля, давши старт новому працовному семестру. Штабы працовных справ БРСМ почали прием заявок. Консультации об працаўладкаванні разбавили флешмобы и фотосессии с популярными хэштегами. Як это было, ведая Ганна Ковалева. У Анастасии Тарасенко за плячима амаль 3 курса университета и столько ж працоўных семестров. У будучыні яна звяжа жыццё с юридичной сферы, а пакуль кожное лето працуе на фабрице мороженого. Зарабіць у вольный час калісьці допомогли активисты БРСМ. Сёння дзяўчына сама сярод их допомагает таким же жадаючым працаваць. Я была просто в восторге, на самом деле. Мне понравился настолько весь технологический процесс. Это настолько интересно, как делают мороженое, упаковка, его транспортировка, хранение. Это, ну, очень классно. Я помню тот момент, когда я получила первую зарплату. Для меня, как для студентки, это были какие-то деньги, ну, из ряда невозможного скорее, потому что в таком размере заработную плату получают, скорее всего, наши родители. То есть первый раз, когда я получила зарплату, я с этими деньгами поехала на море отдыхать. Бывалые студатрадовцы делились с новичками своим опытом во всех ВНУ Гомеля. Их слухачи могли задать пытания, знакомиться с банком вакансий и нарешті заполнить заявку на працаўладкаванне. Менавіта так студентство Гомеля открыла початок нового працоўнага семестра. До прикладу, першакурсник ГДТУ имя сухого Дзяніс Дудзін упершыню вырашыў долучиться до працоўнай молоді. В детстве мечтал стать инженером, как бы иду на
осуществлял свою мечту. Сюда пришел, чтобы записаться в студотряд, чтобы зарабатывать строителем в отряде, посмотреть на свою будущую профессию, будет чем заняться, заработать денег, как бы помогу людям, ну и себе тоже. Дарэчы, каб падаць заявку на працаўладкаванне, не абавязкова прыходзіць асабіста ў камітэт БРСМ. Гэта можна зрабіць і онлайн на афіцыйных сайтах арганізацыі. Дзякуючы БРСМ, знайсці работу для студэнта сёння пытанне ўсяго некалькіх гадзін. Я абрацілася, подала заявку, и буквально в течение часа мне уже предложили вакансию, которая мне понравилась, и я приняла участие. Дарэчы, летась працоўны семестр ахапіў больш за 1200 юнакоў і дзяўчат в области. Узровень зарплат пачынаўся от 150 рублёў і заканчваўся на 600. Моладзь працавала на сельскагаспадарчых, прамысловых прадпрыемствах, у санаторна-курортных установах у Беларусі і за мяжой. Упершыню ў рэгіёне быў сфармаваны археалагічны працоўны атрад. Некаторыя змаглі закласці сваю цэхлу ў комплекс Астравецкай АЭС і далучыцца да ўзвядзення корпуса абласной дзіцячай бальніцы, будаўнічая пляцоўка якой, дарэчы, была абвешчана маладзёжнай. Сёлета лічбы жадаючых працаваць абяцаюць перасягнуць міналагоднія. Рост назіраецца штогод, пры тым, што грамадская арганізацыя абяцае знайсці вакансію для кожнага. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гомельская милиция. История и сучасность. 1917-2017. Книгу, просвеченную 100-годзю белорусской милиции, презентовали напередодні во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама. Свою работу представил автор, полковник милиции у запасе Александр Некрашевич. Для яго гісторыя гомельскай міліцыі – частка ўласнага жыцця. Службу ён пачаў 37 гадоў таму. Прайшоў шлях ад міліцянера патрульна-паставой службы да намесніка начальніка абласнога управлення ўнутраных справ. Сёння палкоўнік міліцыі ў запасе. Работу над кнігай пачаў у пазамінулым годзе. На 364 старонках у жанры гістарычнага дакументальнага нарысу апісвае асноўныя вехі стварэння, станаўлення і развіцця гомельскай міліцыі. Многія дакументальныя звесткі і фотаграфіі, якіх, дарэчы, каля 600, апублікаваны ўпершыню. Уверен, што кніга будзе інтересна не толькі сотрудникам органаў унутраных дзел, ветеранам, но і шырокаму кругу чытаючых нашых граждан, а также молодежи, возможно, и предопределив выбор их дальнейшей судьбы или своей будущей профессии. У Гомелі працягваецца праект «Вечары нацыянальных культур» у ГЦК. Напярэдадні жыхары і госці абласнога цэнтра мелі магчымасць пазнаёміцца з традыцыйнай беларускай культурай. Мерапрыемства суправаджалася цікавымі экспазіцыямі і музычнымі выступленнямі. Вероніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Падчас правядзення вечара нацыянальнай беларускай культуры панавала па-асабліваму тёплая, нібы сямейная атмасфера. Прысутныя змаглі ўбачыць унікальныя рукатворныя экспанаты, зробленыя з гліны, саломы, лазы і іншых прыродных матэрыялаў, а таксама калекцыі рэдкіх старадаўніх рэчаў. Цалкам акунуцца ў атмасферу самабытнай беларускай культуры наведвальнікам дазволілі выступленні творчых калектываў. Запрошаныя на свята артысты зараджалі гасцей пазітыўным настроем, маладыя душой і поўны аптымізм удзельніцы фальклорна-этнаграфічнага гурта. Таўбурскія вячоркі Віткоўскага района выконвалі абрадавыя песні. Гасцям вечара таксама прапанавалі пачаставацца стравамі беларускай кухні. Мы надеемся, што вечар беларускай культуры даставіў удовольствие гамельчанам і гасцям горада. І мы будзем рады бачыць усіх на вечарах іных культур, которые пройдут в рамках проекта «Вечера национальной культуры ГЦК». Всех приглашаем к нам на праздники. Кульмінацыяй вечара стаў канцэрт музычнага фолк-праекта «Ягорава гара». Гэты творчы гурт паспеў гучна заявіць аб сабе на розных міжнародных фестывалях. Яго ўдзельнікі імкнуцца раскрываць сучаснай моладзі глыбіню старажытнай народнай музычнай культуры і перадаваць прыгажуць традыцыйнай манеры народных спеваў. Фолк-праект «Ягорава гара» працуе ў разнастайных музычных стылях. Сінтэзуюцца на першы погляд зусім неспалучальныя архаіка і сучаснасць. Рэпертуар складаюць акустычныя і электронныя кампазіцыі. У сваёй творчасці музыканты выкарыстоўваюць пераважна традыцыйныя народныя інструменты. Інструментаў у нас шмат. Ганаруся тым, што сабраў усі амаль беларускія традыцыйныя музычныя інструменты. Гуслі, колавая ліра, флейты, жалейкі, дуда. Ось вельмі шмат інструментаў. Даже не хапае канцэрту, каб усё гэта паказаць і даць пачуць слухачам. Вечары нацыянальных культур ГЦК працягнуцца. Гамяльчан чакаюць на дэгустацыю нацыянальных страў, майстар-класы і канцэрты. Вероніка Варашыліна, Міхаіл Рабкоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Гэта іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамуля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы.